Когда приехал Иван Серко с ватагой в Париж, то приключилась следующая история. Проходил он с товарищами мимо собора Парижской Богоматери и совершенно случайно наступил на ногу королевскому мушкетеру. Тот, естественно, разозлился и бросил, как полагается в таких случаях, перчатку в лицо атамана, вызывая его на дуэль. Перед тем, как встать в боевую стойку, мушкетер достал из кармана мелок и поставил на груди Серко небольшой крест. «И зачем ты мне крестика на груди нарисовал?» — спросил Серко. «В это место я буду вас колоть», — ответил гасконец. Тогда Серко повернулся к казакам и сказал, доставая булаву: «Хлопцы, а ну обсыпьте его мелом, я сейчас буду булавой его обхаживать».